тяжелом состоянии скорая немедленно забирает мужчину в больницу, где его направляют в реанимацию и уже там очищают желудок от крови, наполнившей желудок в результате открывшейся язвы. Но боли в теле не прекращались, а с каждым часом все более усиливались. И тогда в ходе более тщательного обследования у Виктора Никифоровича обнаруживают настоящую причину его болей – рак простаты второй степени. Я была в шоке. Я не хотела в это верить. Я не принимала эту информацию. Это не может быть, чтобы мой папа заболел. С диагнозом вторая стадия рака при условии своевременного лечения у достаточно молодого человека есть небольшой шанс полностью излечиться от этой болезни. Но обойдя много специалистов в разных клиниках, Ларисе повторяли одно и то же. Химию нельзя, лучевую нельзя, операцию нельзя, то она никуда не денется. Едьте домой, доживайте как хотите. Думаю, чего я буду людей мучить и сам мучиться, и семью мучить. Уже мне восьмой десяток, что я не выберусь из этого положения нормально. А на этом мое долгожительство окончено. Я ждал смерти. Я думаю, если врачи не верят, то есть тот, кто может исцелить. И последнюю точку поставил, конечно, телекрусейд. 29 октября на телеканале «Возрождение» апостол Владимир Мунтян провел первый телекрусейд. Это было уникальное событие во всем медиапространстве. Я молю тебя, Дух Святой, прямо сейчас коснись, коснись. Во время молитвы апостола Владимира Виктор Никифорович услышал слова, касающиеся лично его. Я приказываю тебе, дух рака, оставь тело во имя Иисуса. Оставь тело, убирайся прочь во имя Иисуса Христа. И в этот самый момент мужчина ощутил присутствие великого Бога в своей комнате. Буквально через неделю у Виктора Никифоровича было очередное обследование в онкоцентре и сдача анализов. Ну, когда пришел результат, мы от счастья не знали, что делать, потому что он был отличный. Сказала дочка, что я полностью здоров. Ты здоров. Он удивился, не поверил. А я говорю, правда, анализ показал, что абсолютно ты здоров. У меня торжество. И благодаря Богу, что все так нормально окончилось. Я благодарю Бога за чудо в нашей жизни, за ответ на нашу молитву. Мой папа может жить теперь полноценной жизнью, радовать нас своим присутствием. Если в вашем теле есть болезнь, вы страдаете от хронических заболеваний, вам поставили смертельный диагноз, и врачи вам не в силах помочь, это ваше время для того, чтобы получить свое исцеление. Не пропустите. 10 января в 19:00. Апостол Владимир Мунтян будет молиться в прямом эфире за здоровье. Сообщить нам о своей молитвенной нужде вы можете, позвонив нам по бесплатному номеру 0800 21 1351 или же напишите нам на Viber или WhatsApp на номер +38 067 186 87 87. А также вы можете оставить свою молитвенную просьбу в социальных сетях на официальных страницах Владимира Мунтяна.